Я вас всех поздравляю с нашим боевым праздником, днем рождения нашей боевой газеты. Из газеты родилась партия, родилась ныне запрещенная политическая организация, которая тоже удивила всех своей сверхсовременностью, своим совершенно неожиданным подходом к политике, веселым, злобным, неприкаянным. Пусть нас уморят всех каким-либо чудесным образом, но все равно это время никогда не выявится. Соберутся несколько пацанов в городе или в селе и вспомнят, если нас не будет, то вспомнят, что есть чудесная история, есть чудесный флаг, есть абсолютно фантастическая история борьбы, история противостояния, и начинают с чистого лица, листа сегодня нет необходимости. С точки зрения действующего законодательства противодействия экстремистской деятельности, у нас есть литературный вечер, посвященный приятным воспоминаниям о нашем славном литературном и художественном прошлом. Низко нависает. Тихо, моя читает. Потолок. Но запомни, милый, сон победных дней, есть на силу сила и всегда теряй.